Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. Будьте бдительны. Кого? Не принимайте от незнакомцев пакеты и снятия для перевозки. Это бельё? Отписка за бельё. Конечно, конечно, надо. Сообщите за бельё город. Ну вот сейчас мы приедем, разберемся, Слава. На переговорном устройстве, расположенном около стороны двери, да, 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 здесь его нет. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните в пункт. Не, ну да, разберитесь, можно кошку купить какой-нибудь. 101, 02, 102. О, да. Или на телефоне 112. Что, что? Что? Ну, по-разному. По-разному бывает. Да, найдем. По-моему, даже вы там подарили. Вроде. Да, это было, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, давай. Ему надо нож, фонарики. Фонарики, молодец. Фонарики. И батарейки. А что это? А, это может быть 15, чтобы вместо этого показывать. Я говорю, да? Спасибо.
отрежешь, ты не появишься. Смотрите, где надо расшивку делать, где надо. Нет, расшивкой. Да. Ну как ты, да, как ты говоришь, как ты показываешь. Да, начинаешь как из стенки идти бытовка, ну или как, дальняя комната. Все нормально у вас? Нормально. А, хорошо, все приятно. Thank you.
и такая выставка. А он тоже Тоня? Тоня, да. Так, что я не понял. Тоня. Я не понял, это кто твой? Спасибо.
Thank you.
Я им сказал, что это неплохо. Это целое расторжение. Я скажу, вот это нужно перебирать, это разбирать. Подавить это вообще. Или делать, что это было на месте. Все. Я вас предложил. Я пришел с тем, что вы где-то на этой стене. Это не целое расторжение. Я же их не предложил. И что-то это было. Пусть нам распилили как кирпичик. Желочку. Спасибо.
людей это люди. Вот это ничего. Хочешь, меньше, можно верить. Там он есть, есть. Давай, пусть.